подошли, и ничего с нами особенного и не случилось. Не боимся мы тебя, Кощей. Господа приезжающие, вы находитесь на Кощеевой земле. Платите дань. А у нас ничего нет. Ну вот только клубочек. Подойдет, проходи. Маша, погоди, а как же я? Но это мы еще посмотрим. Ой, мамочки, колдовские чары снимаю, Белоснежку освобождаю.
Значит, Маша сумела тебя освободить? Сумела. Спасибо вам, друзья, за помощь. Белоснежка, ты беги, так тебя все давно ждут и волнуются. А я должен с Роситой скачем и освободить Машу. Будьте осторожны, ведь он бессмертный. Посмотрим, как он против моего магнита устоит. Ты беги, Белоснежка, тебе здесь нельзя оставаться. Девчонку связать, вернусь, раз казню, она Белоснежку отпустить заставила.